Вы на канале Алексия Офишиал, и я рада, что вы с нами. Даже. Сегодня у нас снова видео лайфхак против покупного. Я в очередной раз уговаривала Алексию не делать ненужных покупок, ненужных трат, потому что что-то можно сделать дома самим. Да, и я с самого раннего детства была неравнодушна к маминой косметике. И когда мама не видит, я умудрялась как-то залезть в отдел косметический. Точно. И мне, да, делали продавцы мейк. Я их просила. Или я вот так вот сама себе что-то там маливала. Да, бегала, нажимала везде пальцами во все всякие там косметические средства и всю себя обмазывала. Это было очень смешно. Вы только посмотрите, какую фоточку я нашла у себя в Инстаграм. Вот такие вот были дела. Это ей было 4 или 5 лет, что-то такое, я не помню. Ну и, в общем, в очередной раз, буквально на днях, Алексия буквально залипла. Да, вот на таких вот космических губах, потому что они были такими красивыми, потому что я люблю все такое галактика и то, да, все да, там. Да, да. Ну, а мне в очередной раз кажется, что не нужно делать каких-то пустых трат, и все это можно сделать своими руками. Здесь в наборе у Алексии это... как это называется, праймер, основа для нанесения блесток. Ну, то есть то, на что сверху наносятся блестки. Ну, а это уже сами блестки. Ну, а я все это заменю другими вещами, которые стоят гораздо дешевле. Это, кстати, обошлось нам, пожалуй, ну, что-то около 700 рублей, что-то такое. Кажется, недешево. Мамочки. Да-да-да. Это даже не дешевле, чем набор для окрашивания волос. Это даже еще дороже, да, чем набор. Да. Но это все-таки, конечно, надолго хватит. Но тем не менее, это очень дорого. Мне уже прямо не терпится все это нанести, как это будет все на моих губах смотреться. Это прямо так красиво. Сначала я наношу наш праймер на мои губы. Вот так. Скажу вам честно, это не очень-то удобно делать вот такие вот очень прямо ровные губы, потому что прямо вот он такой, ну, такой как бы. И теперь самое интересное, будем наносить наши галактические блестки. Ну и, конечно же, Алексей делает такой макияж именно для видео или для вечеринки какой-то особой. Прямо красиво, это красиво. Кажется, получается очень круто. Так красиво. Да, очень прямо красиво. Вау, мне кажется, это так круто прямо. Вау. Мне надо сегодня прямо на вечеринку какую-то сходить. Вот. Вот. Ну, а я, конечно, придумала способ сделать такую красоту подешевле. Я хочу воспользоваться обычным вазелином. Его стоимость 10-15 рублей в магазине. Ну и канцелярский глиттер. Стоимость глиттера в магазине, мне кажется, ну, рублей 50, это в лучшем, в самом максимальном случае. Если покупать один пакетик, то это вообще, я думаю, рублей 10-15 тоже. Так что это гораздо дешевле. Начинаем. Итак, сначала наносим вазелин на губы, ну а потом проще простого делаем точно так же глиттер, как делала Алексия, блестки на губы наносим. Так что посмотрим. Самое интересное, получится ли у меня хуже или лучше, как, чем у Алексея. Это мне самой даже очень интересно. Я, кстати, наношу буквально пальцем. Мне кажется, что это тоже вполне себе удобно. Итак, вазелин я уже нанесла на губы. Теперь очередь глиттера. Так, я вот не знаю, правда, какой мне выбрать. У меня здесь есть всего 3 цвета. Я бы, конечно, выбрала бы розовый, но его мы уже использовали в лизуны. Вот, я думаю, может быть, желтый, как ты думаешь? Помогай мне с выбором. У меня футболочка желтенькая, и можно желтый. Не знаю, может быть, белый, такой, как у меня? Такой же белый, как у тебя? Ну да, можно сделать для сравнения, чтобы было поближе к тому, что у Алексея варианту. Сделаем тогда тоже белый.
Ну что, теперь глиттер наносим на губы. Ведь они же у меня уже должны быть липкими от вазелина. Тоже все хорошо получается. Я вам скажу, все очень неплохо получается. Ну что, вот уже половина у меня работы сделана. Как вам? Посмотрим, что дальше. Ну что, вот я и закончила. Принимайте мой результат. Как считаете? Я на самом деле очень волновалась, что блестки будут осыпаться, когда я буду там разговаривать. Или... Но я хочу сказать, что все прекрасно держится. Вообще прямо замечательно. Вообще ничего. Все отлично. Так же, как и у Алекси, держится хорошо. Мне кажется, очень даже неплохо получилось. Да-да, ставьте лайк, ребята. Mm-hmm. Я думаю, что это видео заслуживает вашего лайка. Mm-hmm. Что, теперь будем сравнивать? Да. Ну что, мне кажется, что мы готовы к галактической вечеринке. Супер галактической вечеринке, мне кажется, мы готовы. Мы даже готовы, мне кажется, к инопланетной вечеринке. Да. Кстати, тебе не напоминает эту твою куколку инопланетянку Лол? Ультраредкую. Ультраредкую, да. И да, ребята, мы чуть не забыли, ведь это наше видео, оно тоже участвует в нашем марафоне розыгрышей. Да, и возможно, кстати, именно под этим видео мы будем разыгрывать куклу. Ну, я еще не знаю, но в любом случае призы под этим видео будут разыграны 100%. Конечно же, поставьте сейчас подписочку. Ой. Ну, лайк тоже, да, ну, да, лайк обязательно. На красную кнопочку нажмите. Ну, колокольчик для того, чтобы не пропустить наши следующие видео, потому что, конечно же, следующее видео наше тоже принимает участие в марафоне розыгрыша. Ну и самое главное, не забудьте про слово «исключение». Это кодовое слово, которое не должно быть написано в ваших комментариях под этим видео. Нет, потому что компьютер, да, не должно быть, потому что компьютер будет выбирать ваши комментарии. Если вдруг там будет слово, какое слово? Участвую. Слово «участвую» не пишите, потому что если будет такое слово, то вам приз не достанется. Поэтому пишите море комментариев, но только без слова «участвую». Ну а на сегодня всем пока-пока. Всем пока-пока. И всем удачи. Да. Обязательно смотрите все наши видео. Подписывайтесь, конечно же, жмите на колокольчик, потому что марафон розыгрышей продолжается. Пока-пока. Пока-пока. И от меня мой поцелуйчик. Космический, я бы сказала, поцелуйчик. Пока-пока. Пока-пока.